Ну что ж, уже запись пошла, и гав-гав-гав, с вами Макстар. Сегодня мы продолжаем играть в игру Half-Life 2, половина жизни. Так, давайте тут осмотримся, мы остановились на том, как мы поехали под мост, или куда-то, даже не помню, куда. Так, думаю, нам надо ехать вот туда, вперед. Просто тут надо вот эту вот всякую хрень купить. Сдохни! Так, тут дохренища зомбарей. Так, давай. Иди-ка ты. Ну вот куда. Во, все. Вроде как частично мы путь освободили, но этого еще. Черт! Эти твари надвигаются. На. Живой, как? Так, сейчас мы расчистим нам путь. Ну, частично мы расчистили, но я не знаю, это будет достаточно. Так, ну вроде как норм. Так, едем. Все, мы выбрались наружу. Слава тебе, Господи. Я уж думаю, нам придется в этом подземелье засесть. Сколько коров? Расчищать, да, или как? Нет, расчищать не пришлось. Так, один готов. Вот то... Черт, я уже перепугался. Гады, идите отсюда. Я от вас уйду. Я вот на шифтах нажал, короче, мы тут включили газку. Окей, уже. О-о-о-о-о-о-о. Так. Так, надеюсь, я приехал правильно. Или нет? Фиг знает. Так, ну тут наших нет. Эти твари бегут. Проблем нам тут еще полно. Смотрите. Так, что тут надо сделать? А, надо все такие линии на тебя, чтобы сработать. Иди отсюда! Хрен. Так, где они? Черт, гранату кинет. Опа. Иди отсюда! Газина! 85 хп. Не свистал еще. Убиваю песню я. Так, давайте искать. Так. Все. Так, ребят, извините, я на минуточку отвлекусь. Так, ребят, извините, продолжаем. Сейчас тучку поправлю. Так. Давайте обыщем тут все. О! Взяли? Так, давайте-ка. Может где-то здесь есть. О, вторая вот. Вторая, короче. Такая батарейка, короче, вторая. Здесь нигде нет.
Может, не Тася? Нет, не Тася. Не Тася. Стоп, это была бутылка от Вовки? Чего, от Искаря? Хотя, какая мне, в принципе, разница? Так. Ну, здесь вроде как ничего нет. О, мой... Не зря тут стояла ванна. Так, ребят, извините, сейчас. Так, ребят, продолжаем. У нас тут все готово. О, поднялась. Уезжаем отсюда и побыстрее. Ну, ё-моё, очередной тоннель. Господи. У вас тут что, миллион понаставили. Прошла еще одна загрузка с локации на локацию. И что сказать? Так. Сюда! О, наши! Уберите ее с дороги! Куда, сюда? А! Вы добрались? Мы перехватили радиосигнал. Они ищут машину. А, куда? А, вот. Ладно, док. Дальше придется пешком. Вдоль утеса ведет тайная тропа, но мы не пойдем туда, пока не отразим атаку. Если вы будете сражаться с нами, это сильно поднимет дух отряда. Ну, у меня выбора, мне кажется, нет. Транспортники на подлете. Мне кажется, что у меня выбора нету, так что давайте. Отстреляемся, так сказать. What the... Это кто? Это ау! Офига. А, чувак, чувак. Ебал. Ага, женщина. Тем более. Чёрт! Чёрт! Идите вы. О, у меня уже 72 хп. Так, все. Так, нашим пока не помочь. Получите, дорогие. Где еще? Летит вдоль дороги. Где еще-то? Энергия кончится. Ой, нет. Я спрятался. Так, давайте-ка здесь сохранимся. О, мне аптечки дали. Да, идите вы. Выбежали уже. Все, один уже подбит. Ай-яй-яй-яй! Мне кажется, очередной уже готов. Так, надо наших прикрыть. Сколько наших осталось? О, еще одна. Сколько этих? Это залезть. Давайте смотреть. Ладно. Фиг знает куда. А, черт, граната. Зря кинула этот обстрел. Черт, ноль. Ай, ай, ай. О, дай мне птичку. О, спасибо за патрон. Дай мне птичку. Ложись, транспортник у маяка. Опа. О, мне бы эту комнату никто не сказал. Я ж тут могу хорошо отстреляться. Не,
давайте, знаете, вот возьмем вот эту фигуру. Чё? Блин! Так, готово. Да, блин, чё же я кашу-то так? По идее, я не должен промахиваться с такой пулей. Ладно, пофиг, что. Вот, патроны. Примет. Если есть пусковая установка, так на маяке полно ракет. Хорошо, пошли. Такое ощущение, как будто к нам надвигается большая фигня. Блин, я так и знал. Вон она, маяк. Маяк так на маяк. Всё. Куда там? Я, да? Ну я не знаю, может вниз надо. Но я пойду вверх. О, птички. Очень помогает. Всё. Всё, ребята, ещё мы дадим это. Скажем, короче. Я здесь папочку. Я здесь папочку сняла. Так, давайте выложим окна. Ай. Давай. Да ты на кого? На меня? О, кстати, давайте сюда. Во. Здесь очень хорошо. Давай, вторую вон. Так, не смей. Ах ты! Давай! Как, черт? Эта фигня еще не управляет. Блин! Так, надо быстрее идти с патронами. Все, готово. Ну че? Так, не смей. Давай, стреляй! Да она отвозит, черт возьми! Какая-то фигня не смотрит, короче, все это делает. Так, давайте повскрываем эти фигни. Вот еще одна. Еще спустя. Какого, блин, хрена? Давай! Что-то тормозишь-то. Ну! А, так у нас сейчас самонаводящийся, поэтому мы не можем стрелять сразу несколько. Все, разбомбили. Так, все, давайте проверим, здесь что-нибудь есть. Так, ну если его нельзя открыть, он как текстуру, то значит ничего нет. Сюда, доктор Фриман, свернем на горную тропу, пока нас не засек штурмовик. Окей, сейчас только возьму вот эту. А, нам не надо? Ну, хорошо. Не за мной, а то появится еще один. Так, что за... А, мышка. Сомневаем, что у меня мышка тупить стала. Сейчас повторим делиться. Сейчас. За мной, а то появится еще один. Сейчас, ребят. Кнем, везду. О, все. У меня просто беспроводная мышка на ноуте. Так что... Сейчас все нормально. Так. Медик. Ну и что дальше? И смотрите под ноги. Что это? Извини, а, типа. А, все. Можно идти? Ну окей, пока. Все, что так быстро? Хорошо. Вот гады. Стопа. А сверху что? Наши все пропали? Машинка, блин. Отдай тварь. Черт, наших прибили. Машинку забрали. Это были наши баги. Тварь. Вот гады. Забрали нашу
Алиби. Пошлите. Что ж, бибику отняли. Так, прошла очередная загрузочка. Энергия кончается. Сейчас полезут муравьи. Так что я... О! Эй, ты! Стой! Идиот! Разгуливай по песку, ты привлекаешь муравьиных львов! Хорошо, чувак! Боже! Бедный Ласло! Лучший из своего поколения! И такой конец! Мы направлялись в лагерь вертигонтов, надеясь достать приманку для жуков, чтобы эти хреновины оставили нас в покое. Но без Ласло, какой смысл? Ладно. Я знаю, что хотел помочь. Не будем на песок ступать. Кто? Сейчас вообще капец, как я допрыгну до туда. Но каким-то образом все-таки допрыгну. А! Все, бежим. А, да хренище. Вот. Идите отсюда, гады. What the fuck? Идите отсюда, гады. Так. Давайте здесь сохранимся. Так, на всякий пожарный. Давайте. Переписали. А, нет. Все, в порядке. Я уже думал, что привлек еще один. Ладно, так, на эльбикоте. О, все, самая жопа. Я же этот, не паркурист, короче. Я только в Mirror's Edge с простыми уровнями, с простыми этими управлениями мог паркурировать, а здесь это вообще практически невозможно. Блин, самый капец, короче. Ай! Все, капец. Все, капец. Блин! Твою ж дивизию. Все, капец. Твою же! Еще одни, все. Идите отсюда, я ненавижу вас. Муравьи не летели. Гады! Иди отсюда, ты! Пусть. Не пойми чего! Твою! Твою! Блин, и как я туда пройду? А, точно! Ну, короче, можем сделать. Все, надеюсь, больше мы не перевернемся. Давай! Черт! Черт! Учки надвинулись к нам! Дам-дам-дам-дам-дам! Все, у меня вообще мало патронов. Я не знаю, как я с ними справлюсь. Все очень плачевно. Так, все, слабьте. Господи. Я добрался до домика. Нам, надеюсь, сюда и надо будет. Так. Давайте здесь сохранимся, потому что вот сейчас сохраняться просто необходимо. И что? И это все? Да черт возьми! И куда дальше? Не, не ломайся, все не сломайся. Все, прекрасно. Только куда мне теперь идти? Допрыгни! А! Все, капец. Надеюсь, это только один. Так, ребят, сейчас на хардкор возьму. Все. Раз, два. Ай-я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 й
Плохо разгуливать по песку. Аю! О-о-о! Спасение! Спасение! Не смейте сюда идти, все. Включайся, блин, включайся, включайся. Как тебя включить, твою? Вообще полный трэш. Ах ты ж твою! Сколько тварь здесь, гады? Так, ну по крайней мере я подобрал что-то стоящее. Так. Все, они не подойдут сюда, они не могут, как? Так, мне уже ВК пишут. Так, я взял. Так, давайте-ка снимаем. Все, идем. Да. Все, идите. Так. Я сохранюсь. Все. Что-то меня уж тут очень сильно пугает. Как-то наша установочка. Я подозреваю, что что-то есть. Ну, это ясно, конечно, что к этому закончится. Что это вообще такое? Хрен убьется его. Базука, помощь! А я ее уже убил. Не помогли. Ура! Иди за нами. Хорошо. Я помогаю. Фримен будет мудр, посмотрев, как добывают феробонды из Мирмидонта. Процесс не очень гигиеничен, поэтому лучше отойди. Хорошо. Эти фероподы понадобятся Фримену. Собирай их. Что это? Иди за нами. Я так умею так нажимать и так. Какое ощущение, как будто они были бесконечные. Так. О, здесь они, короче, уже все кончилось, наверное. Вартигун. Мы просим прощения. Невежливо общаться с сменой потоков перед теми, у кого нет вартальных способностей. Так, хорошо. Поторопитесь, доктор Фримен. Новый проспект рядом. Мало шансов пройти туда в одиночку. Так, ладно, ладно. Фримен почти у нас визита. Следуй за ним. Фу, блин, прям неприятно. Ладно, что делать? Сейчас Фримена научат применять фероподы. Запоминай, как пасти муравьиных львов с помощью приманки. Так, ну. Фримен выломает фероподы и бросит один вон в ту яму. Фримен справился. Так. Фримен может заставить муравьиных львов атаковать врагов. Посмотри на манекен и отметь его фероподом. Хорошо. Фримен превосходен во всем.
А правый их подбивает. Ясно. Так, нам сюда. Мне кажется, это нужная вещь. Теперь внимательно. Надави на феропод, чтобы скомандовать муравьиным львам идти за тобой. Все, давайте за мной. Фримен показывает превосходство во всем. А теперь это должен попрощаться. Нова проспект уже недалеко. Запомни все, чему научился здесь. Илай Венс верит в тебя. Окей. Пошлись. Все, что-то просто сейчас. Сохранимся. Все, идемте. Идем. Так. Идете? Все, мы идем. Мне кажется, если эту штуку уберу, они на меня скажутся. Давайте проверим. Сейчас. Хотя не хочу я пока ничего это делать, я боюсь. Отключаем эту штуку. Так. Давайте за мной мои соратники. Особое внимание. Отряд внешней охраны 6 новогрозки. Отключены ограничители периметра. Особое внимание. Отключены ограничители. Давайте сюда, муравьишки. Сейчас я отключу, не с этими, дорогие. Вот. Особое внимание. Так, давайте сюда, муравьишки. Опа, давайте! Туда на них, давай, давай! Давайте этого паренька помните. Помет. Так, все, красавцы, красавцы. Кто еще? Вот кочевник, включите ограничители периметра и доложите. Где гады? Надо, да? Вот кочевник, включите ваши ограничители периметра и доложите. Я на всякий случай звоню. Гады, гады. Ну ничего, мы с ними сейчас, в принципе, вручную пытаться. Без наших помощников. Они до сих пор нас слышат? Да, они до сих пор нас слышат. Очень это вообще помогает. Хагрид! Все, пометили. Успей доложить о неисправностях. Так. Я быренько туда сгоняю, я хочу посмотреть, я там была. Так. Давайте расстреляем туда. Так. Давай. Когда-то, знаете, я вот этот кусок дело включал, а сейчас я вообще от этого отказываюсь. Это как-то странно. Хотя, что тут странно? Вот гады! Сейчас у меня есть альт, да? Дайте-ка альтон. Так, нет, не получается их купить альтон. Я пройду вот так. Ах ты ж! Чёрт! Ого, так, скрываемся, скрываемся. Блин, вот эти фигни, так, я тут сохранюсь. Тут со всех сторон стреляют. Чего? Так, все, надеюсь.
Ау! Что это такое? Внимание! Что это такое? Что это за хуйня? Убили наших зады. У меня 55 хп. Я не знаю, что мне делать. Куда? Я быстренько побегу туда. А чё у нас? Во! Проснулись. Ай-яй-яй, не надо было сейчас выходить энергии. Так, копим. Давай. Останавливайся. И. Всё, let's go. Ох, нас очень больно ударили. Доложите о продвижении противника. Костингер, как слышите меня? Команда 4-9 соединиться, дождаться подкреплений. Лидер 9, принять командование. Так, все, пошлите вот так вот. Ой, простите. Простите, мои сладкие! Да сдохни! Тревога. Так. Нет контакта объекта с отрядами перехвата. Возможно появление нарушителя номер один. Сотрудникам охраны Нова Проспект занять опорные пункты. Так, все, сейчас мы забьем. Директива. Задействовать резерв. Сдерживать вторжение извне. Что это? Ладно. Все. А, там еще боезапас еще. Так, ну это мне. Это, короче, пулемет меня не. Подразделение периметра. Переместиться внутрь. Приготовиться к сдерживанию. Цель подлетая. Авиация на подходе. Близко, близко. Приготовьтесь к авиаудару и заканчивайте. Так, уходим отсюда. Так, сюда никак. Не, ну как-то там надо будет пройти. А, вот. Пошлите по краю. Вы издеваетесь? Ну ладно, допустим. Все. Так, сохраню. Я буду сейчас. Буду переписать. Все. Ну или зомбарин. Все. Так. Иди ты, блин. Все, убежал. Может, нам как-то так забраться. Только что я только что сделал? Я поджег вот. Логично. Так, а там ничего нет? Так, вот тут ничего. Да! Слушай, ты. Все, вот тут. Так, я не знаю, что тут сделать, может я как-то приподняться. Ай! Я не знаю, как туда забраться. Ай. Нас жжет. Ну, давай. А, блин, как я сразу не вернулся. Ну нафига нам это не могла. Да, ёшкин. Все. А, еще. А почему его не добили? Все, теперь точно все.
не долетают наши. Вижу. Как не получается, а мы тебя нет. Ой, да не мешай мне, муравей. Муравей, блин. Так, Черт. О, слава богу, там на этом моменте. Все. Вот это. Кто? Ты что, низко, да? Ну, допустим. Пойдем. Оп. Упал. Так, муравьи, не лезьте сюда, вы ж подохнете. Ну я еще хрен знает, может и не падает. Какого чеза? What the? Что это было? Черт, нас же сейчас побьют. Ой-ой-ой. Я же не палил. Так. Вот эта фигня меня побьёт. Так, ладно, всё. What the f... Чёрт! О, всё. Так, сохранилось. Теперь пишу. Опа, это что? А, это артобстрел. У нас два артобстрела. Это очень хорошо. Подзарядили костюмчик. Так. Тут у нас возникла проблема. Вот эта фигня. Так, нет, я не буду просить. Мне заложен дебил. Я на них все потрачу. Ай-яй-яй, я вдруг ничего не смогу потратить. Черт. Кажется, мы сможем это фигня тоже сделать. Иди сегодня. Ой! Так, все, мы уже здесь. Это не нужно купить. Так, тут еще аптечка. Давай! Все, давай. Давай закроем эту фигню, давай.
Давай! Как она успела повернуться? Вот так вот. Мастер. Видя бы сказал вообще. Давай так! Давай, давай, давай! Да, да твою! Чёрт! Так не смогу. Давай, давай, давай! Оп, и вот так. Давай! Как? А я же... Так, давайте сделаем еще. Блин, где ты? Все, ей капец. Внимание, состояние критическое. Да ну. Так, нет, я таким образом не буду. Это слишком долго. Блин, как там туда залезть? Так, не прокатил. Ну ладно, сейчас прокатим.
Оп, давай. Так, ребята, я сейчас. Ну что ж, продолжаем. Окейшки. Так, ребят, простите, что живу. Я просто сегодня, когда снимаю видосы, голодный, чертяк, и мне хочется есть. Поэтому извиняюсь сразу за то, что живу, и давайте сохранимся. Да, блин. Ну, блин. О, вот это она, конечно. О, вторая появилась. Блин, гадство. Сейчас будет еще жопа. Ай-яй-яй-яй-яй. А, черт. Черт возьми, черт возьми. О, все, разбомбило. Сейчас пойдет вторая. Так, давайте сохранимся. Не хочу перебивать опять эту фигню. Все, давайте. Ну и где вторая? Все, вышла красавица народа. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кажется, вот эта вот фигня не сможет все сдерживать, да. Давай. Все. Разбомбили, да ну. Сохраняемся. Ура, разбомбили. И что дальше делать? Как сказать? Так, это что там было? А, это не осталось. Так, фиг знает, куда дальше идти. Но факт остается фактом. Мы эту фигню хорошенько разбомбили. Ладно, пошлите туда, наверное. Нам, наверное, туда надо. Так, все, энергия скопилась. Так, тут очень все горит сильно. Прям вот пылает все огнем. И что-то никакого прохода я не замечаю никуда. Может сюда? Вот, да. Сюда. Особая тревога. Вторжение в Новокроспект. Нет связи с периметром. Отрядом охраны применить стерилизаторы в блоках с подозрением на заражение. A5, A7, B2. А. Все, да? Блин, завалило проход. Завалило. Новый проспект. Оп! Всё, добрались? Так, сохрани игру. Давайте. Мы добрались до нового проспекта. Ну, частично. Ладно, ребят. Наверное, на этом я закончу. Это была очередная серия по Half-Life 2. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свои вопросы в комментариях. Добавляйтесь ВКонтакте, ссылка будет в описании. Также не забудьте подписаться на мою группу ВКонтакте, на которую будет ссылка тоже в описании. Ну а с вами был Макстар, всем пока.